Так, я всех приветствую на канале Артуда Лайф. Мы продолжаем прохождение игры Готика 2 Ночь Ворона. Вот, давайте продолжим прохождение наше. Оп. Надеюсь, там... О, там хрень полная, да? Ага, хрень. Там несколько этих снайперов на сраных драконах. Мне надо как-то одного грохнуть как-то. Этого, блин, и меня сожрали. Да уж. Это мне надо что-то делать по-другому. Давайте вызовем хотя бы одного. Там двоих скитальцев наших. Выпьем ману. Ледяной блок. Драконьего снайпера. И давайте сражаться. Да, вылев тут, конечно, тоже такой себе. Работает он так себе. Можно сказать. На тебе по жопе, говнюк. Не, ну, в принципе, они неплохо сражаются. Оп. Иди вон, вали этого. Убивай. Я помогу. Ты ничего не сделал, практически ничего не сделал. Так, у меня мандипулы эти были. Это... Так, где там мандибулы? Ой, блин. Ужас какой, а? Скример. Скример шоу. Это. Ох, 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 ох. Тут больше ничего не скажешь. Это просто какая-то жесть. Ой, там еще. Давайте завалим. Левел надо качать. Постепенненько. Не знаю, что-то левел как-то не очень бодренько качается. Но хотя сейчас уже будет. Ну реально, не бодро. Не бодро у нас прокачка идет. Уже столько здесь завалил всяких уродов. Так. Ну, в прошлой серии, в смысле. Только сейчас один левел у нас поднялся. 15 очков. Гип-гип-ура. Гип-ура. Не, вот в третьей готике, ну, магом играть намного проще. В каком-то плане. Намного проще. Ой, там ледяные големы, ёлки-моталки. Ну, хотя их можно огнем, наверное, завалить. Неплохо. У меня преимущество. Какое-никакое. Так, давайте вот с этими чуваками побазарим. Ильвио. Эй ты, меня тошнит от магов. Иди куда-нибудь еще. Здесь для тебя ничего нет. Понял. Никто не хочет расставаться с награбленным. Ты да. Сам сказал это. Исчезни. Довольно трудно украсть у него кошелек. 560 золотых, нифига себе. А что, если я не исчезну? Не строй из себя крутого, выскочка. Иначе тебя ждет такой же конец. Как вот тех неудачников, лежащих в снегу. Это твои люди? Больше нет. Не такая уж большая потеря. Эти идиоты все равно мало что стоили. Что случилось с ними? Они не смогли пройти мимо этих ледяных гигантов. Те затоптали их. Если ты такой крутой, может, ты попробуешь? Что я за это получу? Не знаю, ну, скажем, 1000 золотых монет. Как тебе это? Хорошо. Почему бы и нет? Тогда поторопись. Я не могу долго ждать. Нет. Что, реально мне 1000 монет даст? Булка. Снова этот булка. В чем дело? Здесь так холодно. Не понимаю, почему Сильвия настоял, чтобы мы шли именно сюда.
Здесь есть множество других мест, где можно было бы поискать. А все остальное в порядке? Только не сейчас. Я замерзаю. Я хочу выбраться отсюда как можно быстрее. Да. Блин, надо было все-таки того чувака с собой брать. Ну ладно, хрен с ними. Я один справлюсь. Че, мне этих ледяных мутантов надо завалить? Големов? Да проще пареной рыбы, скажем. Проще пареного голема. Только что мне заюзать? Надо подождать этих богов. Бамс. Бамс. Блин, да чё они как-то лагают, что ли, багаются? Давайте так попробуем сначала. Оп, идите, сражайтесь. Ну чё вы, блин, тупите, а? О, всё, попал я, круто, причём. Ты чё? Чё, охренели, что ли? Нифига они, блин, крутые мастера боя. Ну всё, мне кирдык. Это реально издевательство, блин. На мне по роже, блин, сразу. Да уж. Я даже не помню, как я их раньше валил. Ну-ка, может так. Ох, нифига себе. Идите, чуваки, валите. Големов. Ну, отлично. Отлично. Так вот, все. Давай, вали, блин. Вверх. Он молодец. Работай на ура. Сердце ледяного гоблина. Ой, голема могу забрать. Сердце ледяного голема. Ну и все, и вы как всегда, блин, свалили куда-то. Давайте маны немножко скинем. Так, не, вот огненный шар вообще крутая вещь, да? Ой, этот офигенно дамажит, вообще супер. Так, у вас тут ребята. Лам один. Сейчас я туда еще вон схожу, завалю тролля. А что, кстати, тролли, они же вроде живут же. Они же на горах живут, говорят. Горн в местности, конечно, здесь-то что они забыли троллить. Эй, смотрите, я здесь. Эй, человек, ящер, иди сюда. Посели, как обычные орки. Может, даже слабее, не знаю. Может, даже слабее. Странно как-то кажется. И с этими троллями справиться немного проще. Оп. Даже не дамагу, можно справиться со всеми трудностями. Главное не опускать руки.
Ой, там еще вижу Бракорис выживет. Что за хрень, я не могу гоблинов завлечь. Что там реально Бракорис? И мне показалось, может. Там ничего из этого не выйдет, ничего хорошего. Да. Ой, смотрите, что там реально Бракорис походу. Что он провалился в текстуру? Эй, вернись. Ладно, ну и свалил, ладно. Куда-то он упал там. Ой, стоп. Что здесь орк забыл? Что это такое, ребята? Бракорис что вылезет из текстуры, вообще будет весело. Может это они в текстурах там были? Ничего нет. Там и Мракорис все-таки. Да нет, вот слышите Мракориса? Ой! Ух ты! Нифига себе, вот это прикол в Готике. Впервые вообще такое замечаю во второй Готике, реально, как бы из-под земли меня увалили. Нападали на меня из-под земли. Давай ягоды. Это просто нечто. Я в шоке. Снежочек. Здоровья. Блин, я ману мог бы, в принципе, в статую Инуса поднять еще. Ну, так, а это кто такой? Ох, нифига себе, бродяга, что ли? Ох, нифига себе, блин, тут бандюги. Снова какие-то крутые. Не, нубы. Нубы, нубки. Один удар и готов. Блин, почему везде одни бандиты эти? Тоже 300 опыта. Оп. Оп, оп. Золотые самородки. Что вы в долине рудников забыли с золотыми самородками? Как вы вообще сюда попали? А? Из Еркендара, блин. Это вообще бродяга какой-то. Вы бродяга. Отлично. Что у нас там? Таблички? О, да, каменная табличка, кстати, наверное, неплохая какая-то. Надеюсь на силу. Какую-нибудь силу, ловкость. Блин, стрельба есть. Ну ладно, тоже неплохо. Лучше, чем, блин, ПП. Лучше, чем ХП. Да, наверное, во второй Готике здесь никого не было. Просто взяли, добавили табличкой бандитов. Вот и все. Скорее всего, так оно и было. Так, зелье. С той стороны ничего не вижу. Хотя не, вот там вроде кто-то есть. Лукера. Блин. Что это такое? Блин, восстановление здоровья, кстати, летает. Одно жало. Ой, табличка. Это хорошо. Гоблинская ягодка. Можно сделать на ловкость. Так. Хотя я не знаю, смысл какой делать. Не 120 ловкость, это уже не надо, я думаю. Я бы лучше на силу сделал. Вот. Ну давайте. Ой, там еще один тролль. Что тут троллей-то так много стало?
До этого их не было. Респанили нам здесь троллей. Там ничего нет. В четвертой главе. Ё-моё. Вот сейчас бы Диего с нами бегал бы, было бы намного приятнее играть. Да нет, отвали, повернись обратно. Да не надо так. Мне нравится, когда ты жопой сюда. Ой. А-а-а! Варги. Варги, варги. Вверху варги. Давайте, подходите. Пав, 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 пав. Вы меня уже не завалите. О, у меня уже много защиты. Довольно много защиты. После четвертой главы я сюда больше не вернусь. Надо защищать уже в этой главе. Полностью долину родников. Потом, что, какой смысл мне сюда идти? Только если огненным дождем полить, что стоит, наверное, в главе. Ой, елки-моталки. И святой Джин Коллинз. Святой Ксарган. Ну, ты похари. Охренеть, тут мне еще нежити напихали. О, зато здесь грибочки. Причем немало. Два удара, ты в ударе. Появляется такой удар. Так, это кто у нас? Драконьи снайперы, что ли? Да блин, да чего они столько снайперов-то понапихали сюда, драконьих? Они же вообще жесткие. Издевательство полнейшее. Вторая каменная табличка. Каменные таблички, кстати, надо было вообще экономить. Так, из арбалета еще. А, нет, это, видимо, вот эта табличка. Так. Давайте бузину съедим эту. Бузиню. Ну, что мне с ними делать? Хрен его знает вообще. Две гоблинские ягоды. Царского щавля, кстати, нету. Оп. Это, кстати, неплохо. Ой! Да, блин. И, кстати, малая огненная буря хороша. Как раз нормально попасть. О, сразу двоих снайперов. Может так реально, блин, валить? О, все, я нашел способ. Я нашел способ их одолеть. Одолевать сильных противников. Так. Свиток какой-то. А, я, у меня же, кстати, есть этот свиток превращения в драконьего снайпера. Я могу вообще, в принципе, за него пройти там всех, порешать. Да и все. Вариант. Блин, с големами не знаю, как этот вариант прокатит или нет. Просто еще големы сюда, да? А, сейчас тут зачистим территорию.
Зачистим территорию. Охренеть, а это что такое? Вот и Мракорис неживой. И святая мать. Дева Мария, блин. Что это? Скелет Мракорис. Они ж убил. Да блин! Это да. Теперь я понимаю, почему сюда боялся идти, блин, этот Диего. Вообще не понимаю, откуда здесь Мракорис костяной. Первую часть всех поубивал здесь. Или рассчитывают на то, что типа ты не будешь убивать всех. Они типа здесь жить останутся. Может так? Ой, что здесь валяется? Ой, скелет. Ну и зачем я сюда пришел? Тут ничего нету. Лам какой-то. Шпага какая-то. Что за шпага? Бетти он есть. 12 слов требует. Что мне ваше Бетти? Что мне ваше Бетти это? Бетти уже давно нашел. Тут какой-то хлам лежал. Так. Черные грибы, о. Ну, черные грибы это хорошо. Вот где их дофига, оказывается, было. Кабанчик тут, блин. Нифига себе, блин. Нормально ты тут живешь. Скелеты охраняют. Манежи, блин, великая. Там либо обычный кабан, никакой не скелет кабана, блин. Хотя могли бы скелет кабана какой-нибудь закинуть, реально. Так, что у нас здесь? Костерчик. Такой скелет, а вода, зелье. Малек. Просто там внизу. Меня больше интересует вот этот склеп. И охранники вот эти странные. Падла. Ты падла. Ой, две падлы сразу. Ну, кровь что ли на елке или что? Не понял. А, это ищущий? А что они тут забыли? Охренеть. Видали это вообще? Я не знал, что они тут еще есть. Вот это да. Косяк. Руна какая-то, кстати. Что за руна? Магическая вроде. Средних ранений. Огненный шар. А, ледяная стрела, кстати. Заметьте. Руна ледяной стрелы. Не знаю, может для огненных големов, если не будут. Да уж, мне кажется, мы 10 серий потратим на прохождение, ну, зачистку и прохождение этих, блин, уродов всех. Это вообще жесть. Это вообще жесть тут. Представьте, в возвращении, как вообще в возвращении можно это проходить? Там хоть магии как-то пофикшены, там какой-то дамаг они имеют. Хоть какой-то более-менее нормальный, так скажем. А тут это вообще жесть. Сейчас еще вызовут армию тьмы, я думаю.
Там такая жопа была. Тающая. Вот эта вот тварь. Да блин! Это вообще издевательство, вы чё? Так, знаете что, мы просто попрыгаем, если можно. А там, блин, нельзя прыгать. Не, можно. Ни хрена он, блин, Джеки Чан какой. Тащ. О! Что это за зелье? Ой, эликсир духа, ни хрена себе. Вот это прикол. Я не ожидал даже. Блин, я надеюсь, у того летающего, который у нас в текстурах в прошлых сериях застрял. Я надеюсь, у него не было такого зелья. То я, видимо, может и пропустил. Кого знает, блин. Тут написано так, зелье чё. Лечебное зелье эссенции. Да это чё, мне не интересно это. Научиться этому всему. Ой, чё зелье. Полухимика. Здесь можно типа зарядить, наверное, этот глаз Иноса, если что. Вариант. Дурка. Не знаю, блин, что тут делать. Боевой посох. Статуя Белиара. Отдай мне коготь, блин, Белиара, я лучше. Ох ты, Беляра, буду сражаться, блин. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Ой, кто-то звонит там. Интересно. Интересно, кто мне позвонил? Может, ошиблись? Мне кажется, тупо ошиблись. Наверное, к соседям пришли. Кто-то ко мне мог прийти. Это может... Не знаю. Не знаю. Если бы ко мне кто-то пришел, мне бы позвонили, или бы написали бы. Иллюминатор. Так, в общем, погнали варить мы этого дракона. Я не знаю, успеем, не успеем. Там еще можно вот там пройти, да? Возможно, там какие-то монстры. Ой, что это за белые волки? Откуда они здесь? Что это такое? Охренеть. Что это? Да блин, херня какая-то. Меня сейчас убьет этот волк, соберет. Все, повезло. Не жду. Но не из ума. Все готово. Ура ледяного волка. О, интересно, что Беспер на это скажет. Когда увидит такую шкуру. Потому что она стоит целое состояние. Не, вот, кстати, в третьей готике были такие волки. А в этой что-то, блин, я как-то как будто бы в первый раз их увидел. Хотя. Хотя вроде, да, были. Что я их очень редко всегда видел, что я просто про них забыл, видимо. Так, ну что там, где эти ублюдки? Так. Булка. Сильва. Ну что, давай мне косарь. Твой путь чист. Ледяных гигантов больше нет. Отличная работа. Посмотрим, что там у нас есть. Минуточку. А как мои деньги? Всему свое время. Он обманывает. Говорю. Ну, потом по роже получит. Говнюк. Уже Бука сразу убить, наверное.
Блин, одни, блин, уроды, а? Кругом здесь, в игре. Давайте туда наверх, что сгоняем, вон там, драконий снайпер. Подкачаемся. Интересно, реально, кто мне, блин, позвонил в дверь? Здесь все ошиблись просто. Звонком. Так. Охотничий лук, стрелы. Так. Да, давайте по одному. И смешные такие вообще. Уже говорил, что туда надо будет зайти, потому что я не тем путем ходил. Вот. Здесь как раз таки я пропустил опыт ценнейший. Ценнейший опыт. У меня уже, кстати, скоро еще один уровень. Опыт нам необходим. Так, мне нужен ледяной блок. Думаю. Самое лучшее заклинание, ледяной блок, лечение, ну, в принципе, буря тоже неплохая. Так, тут кто у нас живет? Драконий снайпер, вожак. О, каменная табличка, заметьте. Тоже, наверное, для лука, небось. Силу, ловкость не хотят давать, блин, таблички. Халявные. Печально. Так. Смотрим. О, одна ручка. 2% будет. Неплохо. Наружка хоть плюс 2%, это уже хорошо. Все, сейчас я походу вернусь обратно. Больше ничего нету. Скорее всего, потому что там я уже все зачитал, наверное. Вот тут еще в проходе, возможно, что-то есть. А, ну да. Здорово. Еще чего нет у вас тут? Куча. В общем, я не буду по отлуд собирать, думаю. Нахрен мне вообще не сдался. А, вот еще два друга. Ну вы достали меня, а. Твари. Я жало съем просто и все. Ну, она урод. Не убил меня, гад. Все, больше там никого нету. Где мое жало? Где мои жалы? Все, погнали отсюда. Теперь можно идти на дракона. Не буду это брать, нахрен мне надо. Устал собирать лам этот весь. Так, сейчас быстренько вернемся. Опять же повторюсь, это самый тяжелый дракон. Красного, в принципе, вообще можно на красного демона вызвать, он там тупо завалит. Проблем даже заряжать глаз инса не обязательно, по-моему. Не знаю, можно, конечно, ну, наверное, я не смогу из-за этого поговорить с ним, хотя может он и так поговорит, хрен знает. Не помню.
Вот болотный. Болотный простой вроде. Какой там еще есть дракон, не помню. Их же 4. Что теперь, Сильвио? Что еще? Ну, мне что-то обстановка там не очень нравится. Будет лучше всего, если ты пойдешь вперед, а я пойду за тобой. Я не собираюсь делать всю грязную работу за тебя. Трус! Эй, ты! Я думал, ты направляешься в ледяной район. Иди вперед, а я пойду сзади. Ну так. Это понятно, одно и то же будут трындить тут. Там эти големы, блин. О, наверное. Или нету големов. Вон два голема. Хватит сидеть. Блин, ни хрена себе они. Меня сожрали ледяные волки. Да не сильнее, чем, кстати. Я гада. Блин. На, блин. О, кстати, огнем нормально. Молнуть можно. Так, мне опять нужна мана. Знаете, сколько маны надо? Вообще жесть. Вообще жесть, сколько надо маны. Ну, этих других я так замандрючу. Идите сюда. Ну чё вы, это слепые, что ли? Так завалилось. Ой, там еще какое-то говно прилетело, блин. Понятно. Дальше огонек. Что это за огонек? Я вообще не понимаю. Он же слабый какой-то. Ничего из этого не выйдет, ничего хорошего. Так, давайте, не знаю, выпьем это. Голема. Кто на меня там покушается? Еще сверху, кстати, вот. Пойдем. Гани какие сильные, блин. Жесть. Иди сюда. Мне вон тут зелье понравилось. Интересное зелье. Тут валяется волчонок. Так. Так, сейчас мы, знаете, что сделаем? Сейчас мы больнем. Надо еще немножечко маны. О, есть плюс 15 к мане огненной. О, есть вообще 20 к мане. Кстати, неплохо. Я что-то не заметил даже, что у меня такая травка какая-то есть. Так, вызову голема. Большой огненный шар. Ну, давайте на этого ледяного. Ну и чё ты? Я не успею к нему подойти, походу. А-а-а! Да блин, да чё за хрень? Ты чё, этого завалил, всё? Ой, блин! Да почему мне чуть-чуть не хватает вообще? Что за жесть? Если мы... Блин, если мы вот малой огненной бурей постреляем несколько раз. Чем-то. Вообще слабо. Нет, так вообще дела не делается. Я лучше фул ману потрачу. Но зато... Такой дамаг нанесу большущий.
издалека. Да блин, говнюк. Это я тупанул опять же. Сейчас мы спрячемся за деревом. За ближайшим деревом. Нам немножко маны. Оп. Ну где ты, гад? Ледяной. Натя. Опа-на. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Вот так вот, в общем, будем валить. Не знаю другого способа. Валить големов. Мне этот больше нравится способ. Блин, да. Не хватит, не хватит, надо. Вот сваливаем отсюда. Человек, ящер. Так, чуть-чуть маны. Любнем. Ну и так, бац. Все, отлично. Никаких проблем, по сути. Что тут у нас? Это свитки странные. Так, волчара, иди сюда. Иди сюда, волчара. Я знаю, как я буду валить. А, дракона. Есть план. Я буду держаться этого плана. Да чё за хрень, человек, пробить-то не могу. Достали с этими блоками, блин. О. Вот он. Если бы их было трое, я бы погиб уже. Оба смертью храбрых. Оба смертью храбрых трусов. Трусов. Так, ну-ка. Следующий. Блин, там еще один голем. Что за издевательство? Как тебе летающий пить? Так, мне опять надо тогда ману, блин. Пить ману. Я правда не понимаю прикола, смотрите, у меня мана остается, бамс, вообще маны нет. Блин! Оп, спрятался. Ведь он сюда идет. Блин, да. Что я сделал? Да блин. Ну ничего, постоим немножко, да? Постоим, да. Даже в инвентарь не залезть теперь. Сейчас отморозится, наверное. Секунд 15 или 20. Оп.
Все, я живой, здоровый. Так, что у нас там на 5 блоков? Съедаем грибочки. Угленную траву поедим немножко. Надо будет вообще, не знаю, может этих зелень наварить. Каких-нибудь на ману. Так, ну-ка, что у нас тут? Зелье какое-то. Это зелье. Может, скорости. Может, маны. Может, здоровье. Так, у нас тут, наверное, эти живут. По-любому. Мне тут вино раскидали. Раскидали вино. Вот там, наверное, ящеры, люди. Люди-ящеры спят. Да? Джин. Ой, здесь могу поспать. Кстати. Ну, легкая рыба, кольцо какое-то. Что рыба, блин? Что вам рыба нравится здесь, а? Человек-ящер. Ох, ни хрена себе. Я же говорил, здесь есть ящер. Я не думал, что он, блин, прям тут стоит. Ну это только начало, ребята. Это только начало, блин. Это целый новый лагерь, блин, входить. Ну тут, наверное, по-любому что-то стоят. Это только начало было. Так. Так. Ну, кто-то на меня рычит. Вверх, небось. Оп. Блин, рапиры тут сражаются. Оп. Вот вообще качать этого воина с дурочкой и все. Не запариваться. Какая нахрен магия, да? Давай, подходи. Волчара, блин, хрена. Блин, эти соседи достали уже. Сумасшедшие. Так, оп. 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 Готов. Что у нас, где там еще волки? А, ни хрена себе. Так. Блин, у меня здоровье вообще дофига. Лукаши хреновые, а. Мне дороги. Соседи лукаши. Блин, я его хочу просто гасануть это мечом и все, и не запариваться. Все. Так проще даже. Даже ману жрать не пришлось. Так, это у нас верхушка. Только почему-то мне кажется, что тут немножко все как-то сдвинули, что ли. Каким образом оно сдвинулось, я так и не понимаю. Так. Я так и не понимаю. Шпага обычная. Зачем вот такой хлам сюда ложить? Зачем? Нафига? Ложили бы что-нибудь крутое. И на свет тупизм. Зачем мне эти шпаги, блин? Кому я продам эти шпаги за копейки, блин? Давайте мы, оп, сразу пойдем на дракона. Вот, в следующей серии мы будем зачищать тут полностью территорию. Там зачистим, туда наверх сходим. Так что это к дракончику сгоняем. То, блин, самое интересное с драконом сражение. Эти зачистки, это такое себе. Я понимаю прекрасно. Веселье, да и только. Где Сильвия всего? Пирожком. Ой, булкой, то есть.
А, во, кстати, можно туда сходить. Ага. Нет, давайте. Нет, давайте лучше следующей серии туда сходим. Ну нафиг. Не хочу. Давайте вон сюда пока что. Мне эти больше нравятся. Ледяные волки. На тебе, ледяной волк. Э, вы чё? Блин. Чё музыка здесь, кстати, из Зиркендара? Музыка из Зиркендара была как-то... Из этого не выйдет ничего хорошего. О, вот он, дракоша. Да, я хочу с тобой сразиться. Мне интересно, как я с тобой вообще буду сражаться. Ладно, может получится. У меня есть план. Сражение с ним. Некий. Я буду его придерживаться. План X называется. Подходите. Ну... Да не все же сразу. Блин. У. У из ит. Ну, на тебе. Вот. Ёбаный. Да, блин. Волков сначала грохнуть. Видите, ледяные волки не любят огонь. Огонь им наносит очень много дамаги. У меня 10 арбалетных болтов всего лишь. Печально. Иди сюда. Следующий. Легко. Блин, там еще до хрена этих ящеров, блин. Давай, подходи. Ну, на меня дракон вроде не нападет сейчас. Нормально все. Блин, чё они такие сильные, эти волки? Так. Ну все, два последних ящера. Защитника. Дракона. Там еще подальше, если пройти. Там еще будут ящеры. Но это уже другая история. Мы ее касаться пока не будем. В этой серии, наверное. Не успеем тупо. Мне еще булка надо будет. Булки нашпиковать. Шпинговать. Музыка такая страшная какая-то. В общем, где у меня там магический арбалет? Одеваем его. Вот, в общем, будем сейчас пытаться обмануть его немножко так. Не знаю, что из этого получится. Впервые буду так валить его. Я говорю, это вообще самый страшный, самый, блин, крутой дракон. А, еще мне надо надеть этот амулет, я забыл про него. Блин, у меня маны сейчас будет мало. Вот такое, вот такая штучка у нас. Давайте общаться с драконом. Иди сюда, падла. Зачем ты потревожил? Мне что, закопаться еще глубже? Чтобы вы, надоедливые мухи, наконец оставили меня в покое?
Говорящий дракон. Спасибо глазу Иноса. Вы, люди, забавные существа. Даже если вас всех сдуют ледяные ветра смерти, всегда найдется хотя бы один, кто поднимется из пепла, думая, что ему судьбой предначертано стать героем. Но вскоре все будет кончено. Я лично позабочусь, чтобы никто из вас больше не поднялся. Молчать! Силой священного глаза, что даровано мне свыше, я приказываю тебе отвечать на мои вопросы. Тогда спрашивай. Но твои знания не помогут тебе. Кто ты? Я Финкрек. Повелитель льда и снега. Страж Конгресса и твоя неминуемая смерть. Какому богу ты служишь? Какой проклятый бог мог позволить таким презренным созданиям, как ты, ходить по этой земле? Не пытайся понять смысл нашего появления здесь, жалкий герой. Белиар не только позволил нам появиться здесь, он приказал это. Воодушевленные его святыми словами, мы не знаем отдыха, пока его воля не воплотится в жизнь. Слуга зла, что заставило тебя появиться здесь? Ты пришел только за тем, чтобы сеять ужас и панику? Наша высшая цель в этом мире, жалкий человечишка, останется скрытой от тебя. Как мне заставить говорить других драконов? Только мое сердце может помочь восстановить силу глаза. Но тебе не удастся лишить меня моего сердца. Что во имя Иноса должен я сделать, чтобы изгнать вас из царства людей? Прежде чем ты сможешь действовать, ты сначала должен понять смысл нашего появления здесь. Однако никто не раскроет тебе эту тайну по своей собственной воле. Только глаз может развязать нам язык и раскрыть тебе наши истинные цели. Но в любом случае, эта информация будет бесполезна для тебя, когда ты будешь мертв. Глаз даровал тебе информацию. Однако только бой решит, достоин ты меня или нет. Достоин, нет. Ой, все что ли? Сила глаза угасла, и твое время вышло. Так, давайте сохраним силу тута. Оп, нормально, кстати. Да блин, тупой дракон. Готов. Всего-то. И это все. Так, окей. Ладно, мне просто арбалет меня спас. Мне осталось еще 5 стрел, кстати, ребята. Ладно, я уберу пока его. Так, где мое оружие? Берем тут. Эти два урода, наверное, еще приперлись, наверное. Любом. Так, надо будет восстановить глаз Иноса. Не забудь. Выбираем тут все. Каменные таблички сюда не ложили случайно? Сокровища. Мне нужны каменные таблички. Честно говоря. Кожаный кошелек. То есть тут груда. Золото такая огромная, но все равно, да? Светит, все классно. Ну, конечно, он не может же это с тобой забрать. Тут кошельки. Ну и что, больше ничего нету? Яйцо дракона я взял, кстати. Да, я больше ничего не вижу. Наверное, это все. Так, мне надо отхилиться. Сейчас меня ждет бой не на жизнь, а на смерть еще. Такой вот спойлер небольшой. Хотя, может быть, и не будут ждать. Что-то они не пришли, наверное, сюда. Вот сообщение смотреть.
или сообщение. Что это за сообщение? Лагерь. Теперь, когда барьер пал, мы отправились на поиски центра разрушения. Возможно, там мы найдем ответ на вопросы, которые мы задавали столько лет, долгих лет. Дому Аденесу ведомо, куда придет наш путь. Да прибудет с нами Аденес Сатурус. Интересно, эту записку Сатурусу принести, что он скажет. В общем, первого дракона мы грохнули. Прощай, дракоша. Твои дни сочтены. Вон эти ублюдки встали там, блин, ждут меня. Ну ладно, давайте встретим их с боем. Сначала от них свалю, а потом уволить. Ну чё, здравствуйте. Ледяной дракон мертв. А теперь ты отдашь мне все, что у тебя есть. Ни за что. Это я получу всю славу за убийство ледяного дракона. А твоя маленькая роль в этом деле окончена. Что тебе еще дать? По роже, может, а? Блюдок. Там еще булка, кстати. Поэтому тяжело будет. Не может... А, они с арбалета стреляют, тварь. Ах. Охренели урона. Ну, сейчас мы булка стрельнем. По булкам. Сильвестра. Сергеева. Ну чё ты там? Ну блин, косая, блин, магия. Ты чё, издеваешься, что ли, а? Блин, куда-то уходят. Ладно, чё-то мы блока завалим. И сейчас ты у меня получишь. Лука, прощай. Сильвестро Андреевич. Где ты там идешь? Ну уже, блин, куда-то свинтил. Видели, он куда-то свинтил. Да блин, да как они так убегают вечно? Вот это вот так раздражает. Где этот Сильвио? Бомж. Хренов. Блин. Ну еще эти появились тут уроды. Где Сильвио? Наверное, там сидит снова. А это валите, блин. Его завалю еще. И Сильвио нужен. С ним должен закончить тут разговор. Вот он, сволочь. И сюда. Пришло время расплаты. А ну ты. Он сдох. А булка, кстати, можно было не убивать, оказывается. Вот на этом мы серию заканчиваем. Вот, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Повторяюсь постоянно. Вот. Обязательно. Там соседи вообще с ума сошли. Бухались. Вот. И в следующей серии мы зачистим там до конца то место. И потом пойдем уже к другому дракону. Ну, сначала Гласынаса восстановим и все. Вот, всем пока и от...